Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. Вторая часть. Так, ну что, мы здесь с тобой забираем. Две перчатки, да? Да, именно они. Так, через 5 минут реворд какой-то у нас. Две пиньяты. Так, ну что, ивент. Начинаем с его. С удовольствием хочу посмотреть, что нам здесь новенького достанется. А может быть старенькое, просто на новый лад. Не имеет значения. Главное пройти и получить... И получить наши пиньяты. Там, кстати, динозавров я видел вдалеке. Это говорит о том, что сейчас будут они их перекидывать. Да. Они будут перекидывать в мою, блин, сторону. Чтоб их разобрало на тысячу кусочков. Давай, давай, шипы, шипы, шипы. Пускай погибает. Так, тут у нас пианист. Ну что, давай, наверное, оттолкнем. Так, и горохострелы будем выставлять. Оу-оу-оу, подожди, подожди, зачем? Зачем тут летун? Его нужно подбить. Чего он там летает? Куда летишь-то, а? Охламон. Так, давай, горохострел, улучшайся, блин. А вот об этом я тебе и говорил. Поехали. Тюнь, тюнь, тюнь. Яблочная мортира, это шикарно. Стоп, 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 стоп. Не надо, блин, вот этого вот охламона сюда ко мне. Не надо. Пускай летит. Твою же дивизию. Ну куда вот этот еще, блин, бежит? Все хавать, да? Все съедает на своем пути. Так, яблочные мортиры нам помогут. Они должны нам помочь. Я верю в них. Так, шипы. Врубаем. Пока хорошо. Так, сдувать надо кого-то? Фиг поймешь, тут что творится. Надо. Отбросили, не отбросили, не пойму я. Да никого они тут не отбросили пока еще. Надо активировать все это. Шипы. Давай вот сюда вот так вот сделаем с тобой. Ну еще это помогло хоть кому-нибудь? Да вроде как, черт его знает, помогло, не помогло. По-моему, ребята, нифига не помогло. Вот здесь надо вот так вот. Откинь его. О. А этого опять назад подкидывает, а? Давай так вот сделаем. Да ладно. Ну что, блин, сложный, конечно, ивент. Мне так показалось. Опачки, одуванчик. 1500 монет. А вот выигрыш был крупный здесь. Ну что, давай я еще разок попробую пройти. Пиньяты лишними не будут. Так, ну что, я готов. Я готов. Зомбари, походу, тоже. Давай начнем вот так вот. Поставим с тобой шипы. Прям на самом-самом начале, да? Вот так вот, чтобы им было пусто. Так, здесь вот так вот активируем. А это у нас летунок. Шариковый. Давай его собьем с тобой. Сбили, сбили. Так, и яблочные мортиры. Твою налево сейчас взорвется, естественно, ребят, взорвался. Тут опять же газетчик. А ну-ка. Активную, Че, неужели? Нет, не успел. Не успел, друзья мои, он нас уничтожит здесь. И это крутенько. Так, летунов за шеи гоним. Так, давай сюда поставим. Во-во-во-во-во, бежит, 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 супостат. Сбили, отлично. Так, берем с тобой удобряшку. Наверное, сюда вот поставим. И мортиру. Активируем яблочную. Да ну хорош. Ты посмотри, куда он его.
Ты не оборзел или сюда-то его выставлять прям? Так, этого надо отбросить, я так понимаю. Все. Что-то мы этот раз очень быстро довольно-таки справились с ними. И мне это очень нравится. Так, это горхострел обычные, ребята. О, 10 одуванчиков и 1000 монет. Прекрасно. Ладно, мы с тобой двигаемся дальше. Ивент мы прошли, две попытки, как говорится, мы потратили. Теперь давай посмотрим, что у нас вот здесь вот происходит. Так, в магазин надо будет еще заглянуть, пиньяточку забрать. Так, здесь гемы. Сколько там, две штуки, да? Две. По ивентам. О, друзья мои, два ивента. Эпический квест Инферно и эпический квест Данделион. Что за Данделион, я не знаю. Может быть, одуванчик один из них. Так, давай сюда зайдем. Возьмем с тобой бесплатно. Где у нас? Так, я могу одуванчики. А сколько мне не хватает, чтобы открыть? Я знаю, что одуванчик у меня, ребята, не открыт. Нет такого растения. Так, лунный цветочек. И что нам еще достанется? Близнецы, горохострелы. Сейчас мы посмотрим с тобой одуванчик. Потому что есть ли смысл вообще, ребята, тратить гемы? Если там чуть-чуть, то и есть. Если очень много надо, конечно, тогда не будем активировать. У нас новая арена. Я давно в игре не был, естественно, там ни черташечки не получу. Так. Это все на поливку идет. Так, Жужу, иди сюда. Полей вот здесь вот. И заходим с тобой в энциклопедию в нашу. Смотрим. Одуванчик. Он где-то должен быть вот здесь. Или где? Или дальше? Я не вижу здесь, если честно, никаких одуванчиков. Так, ладно, давай посмотрим вот тут вот. Здесь пусто, здесь пусто. Вот он. Так, друзья мои, нам... О, дофигища еще нужно для того, чтобы открыть его. То есть нам, ну, невыгодно тратиться. Так, ладно, здесь вот мы с тобой еще не полили. Так, ну что же, тогда давай будем браться с тобой за прохождение квестовых ивентов. Что у нас здесь? Ага. Забираем две пиньяты, прикинь, вот так вот сходу. Ну-ка, что у нас тут? Горхострел, 7 семян, это фигня. И орех. Так, бумеранг, 3 штуки. Ну, это тоже мало. Могилоед, 4 штуки. О, тут нужно 400 семян, чтобы его апгрейдить. Так, через 23 часа будет доступно тебе 10 гемов. Через 23 часа. Через сутки. Так, ну что у нас тут по ивентам? Ну что, ребята, пойдем вот на этот квест эпический. Поехали. Мне хочется просто посмотреть, что здесь будет. С кем мы здесь будем воевать? Угу. Одуванчики. Так, давай выставлять их сюда. Слушай-ка, я, наверное, зря сделал. Надо было на второй ряд их выставлять, потому что... Хотя, подожди-ка, может быть, и так все сгодится. Они самонаводящиеся, да, у них? Понял. Так, куда ты летишь? Хлопчик, вот куда ты летишь, а? Скажи-ка мне на милость. Так, заморозка, для чего она мне здесь нужна, а? Скажи-ка на милость. Так, слушай, здесь уже и летающие пошли. А ну-ка, давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Сдули их. Угу. Эндуриан ставим сюда. Так, ребят, вторая волна у нас начинается. Так, этого нужно заморозить. Сюда поставим Эндуриан. Блин, где у меня эти-то? Не будет, да? Я так понимаю, сегодня. А нет, вот он появился. Активируем. Такие звуки. Как будто кто-то обделался. Ну, давай вот этого бомби. Так, он заморозился. Здесь давай то же самое сделаем. Сдуваем.
Так, и активируем с тобой удобрение. Ну вот, в принципе, и все, да? Победа, я больше чем уверен, будет здесь за нами. Разобрали. Этого разобрали. Так, а сдувать нам, видимо, никого уже не придется. Здесь нет летающих юнитов. Все, ребята. Довольно легко и просто. Так, собираем с тобой монетки. И переходим на следующий уровень. А следующий уровень у нас второй. Погнали. Кто у нас тут? Давай-ка сейчас посмотрим. Угу. Эти одуванчики мы должны с тобой защитить, чтобы их не уничтожили. Опа-на. Там зомби с хорьками. Это плохо. Зомби с хорьками нам как бы здесь не нужен, если честно. Согласись. Так, ладно, будем с тобой как-то защищаться. Так, погоди секунду, не то сделаю. Вот сюда поставим с тобой и вот сюда. Так, еще и бочка тут. Ты серьезно? Где хорьки бегут? Понял? Понял, я их услышал. Да успокойтесь вы. Так, шипы, ребята. Ты посмотри, сколько их там идет. Так, лужайка их, естественно, всех подобьет. Это круто. Давай сюда поставим, наверное, и вот так сделаем. Вот теперь сижу и думаю, может быть, вот сюда надо влепить. Сюда и, наверное, вот сюда все-таки. Так, блин, а как же вот здесь-то получилось у них пройти? Друзья, я что-то не понял. Ну-ка, давай шипы влепим. Удобряшка, а ну-ка. Активируем. Наши парашютики полетели, получается, да? Давай вот сюда еще поставим с тобой. И, наверное, сделаем вот так вот. Слушай, вроде бы все у нас пока выходит. Все получается. Так, последняя волна. Последняя волна зомби здесь начинает у нас выдвигаться. Главное, чтобы хватило шипов. Давай-ка вот сюда, наверное, поставим. И плюс одуванчик здесь. Опа! Ребята, а здесь-то как... Умудрились они пробиться, скажи-ка мне на милость. Вот так активируем. Смотри, что творится. Ты просто полюбуйся, что здесь происходит. Они просто давят. Вот здесь вот давят, но мы тогда вот так вот сделаем с тобой. Пока. Фух. Ну что же. А мы здесь с тобой выжили. Двигаемся тогда дальше. Дальше у нас с тобой третий получается, да? Третий эпизод. Это вот он. Слушай, Данделион, это, мне кажется, и есть тот самый одуванчик. Просто он так, ну, переводится. Данделион. Так что давай будем здесь смотреть. Так, надгробие. Плюс Гаргантюаха там еще. Гаргантюаха, да? Окей. Одуванчики, естественно, выставляем сюда. Бонгчой. С чего вдруг он здесь дан? Непонятно мне пока. Сейчас посмотрим. Давай, наверное, сюда еще влепим. Сюда поставим. Так, идет, да? Сейчас... А, вот он кто, ребята. Здесь у нас один паршивец такой появился. Так, могилоед, давай, уничтожай вот эту всю штуку. Здесь нам не нужно таких вот выкрутасов. А там еще и маг идет. Вот это плохо, ребят. Вот это плохо, что здесь маг. Предлагаю сделать, наверное, вот так вот. И вот так вот. Надо его остановить, этого. А, мы уже уничтожили этого мага. Отлично. Так, подожди пока.
Давай так вот сделаем. Пускай он их тут газом своим отравляет. Что же вы делаете, а? Чувачки. Так, пока я не буду тратить здесь, ребята, удобряшку. Я хочу посмотреть просто против кого и где эффективнее всего ее потратить. Ага. Видишь, что делают? Видишь, что они делают? Активируем. Оу. Да ну-ка. Да быть такого не может. Я не поверю. Чтоб мы тут сфейлились? Не-не-не-не-не. Только давай без вот этого вот. А вот, друзья мои, и Гаргантюаха идет. Собственно, блин, персоны. Активируем. Давай, Бонгчой. Слушай, ну он неплохо здесь справился. Будем честны. Отлично, ребята, прошли. Ну что, забираем монетки и двигаемся с тобой дальше. Это у нас какой был уровень? Третий, если не ошибаюсь. То получается, нам нужно с тобой еще четвертый и пятый. Четвертый и пятый. Окей. В принципе, ну, самый сложный должен быть последний. Хотя здесь, вон, видишь, тоже есть эти роботы. Ходячие, бродячие. Не знаю, что у нас получится. Я знаю, что одуванчик очень хорошо работает вместе с клевером в совокупности. Вот это да, это я точно знаю. Потому что клевер начинает с него сдувать вот эту всю шевелюру. И они летят очень быстро и разносят противников. Так, тихо, вот это вот зачем нам? А, ну чтобы снять защиту. Окей. Так, грибок сейчас съедят. А, нет, не съели. Не справился, да? Так, давай сюда вот будем везде выставлять. Это нам... Вот. Вот здесь нам надо активировать. Замечательно. И то, что мне нравится еще в одуванчике, ребята, что он начинает активироваться сразу же, ребят. Ему не нужно ждать, пока противник подойдет к нему вплотную, и он сразу начинает бомбашить. Что я сделал? Я не то, ребята, не то я хотел. Я хотел на наши грибочки, на маленькие, активировать. Так, может быть, еще успеем. Чтобы они не исчезли. Так, все у нас вроде бы получилось. Так, вот это вот уничтожаем с тобой. Ну как уничтожаем? Просто приглушаем на время. Так, магниты, вы где у меня? Вы будете у меня работать или нет? Ползет, 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 друзья мои. Надо отключить на некоторое время, чтобы нам, ну, был какой-то запас по лимиту, и мы могли успеть его разобрать. Так, а вот это уже хорошо. Погнали. Йо-хоу. Прикольно, да? Пробомбили. Так, ну что, я так понимаю, это, ребят, последний зомби тут корячится. И мы его подбили. Так, мы, наверное, с тобой сколько? 9000, наверное, соберем сегодня. Хотя вряд ли. Ну что, у нас остается с тобой последний эпизод. Это пятый. И давай смотреть, кто нам здесь будет из противников. Опа. Это не очень хорошие ребята, это у нас эти шуты гороховые. А когда они делают волчок, они неуязвимы. Вот в этом проблема вся. Ладно, сейчас попробуем с ними разобраться. Так, фасоль, ну-ка давай. Хавай ее. О, пришел перекусить, молодец. Просто красавчик. Так, вот этого надо было подбить. Ух, куда вы, блин? Всей армадой-то летите, скажите мне на милость. Так, давай свой зажигательный звук сюда поставим. Так, подожди, а зачем нам дали... Клевер, а, клевер, клевер, конечно же, ребят. Вот об этом я говорил, видишь? Вот и все. Именно для этого клевер нам и нужен. Вот так вот мы делаем. Замечательно. Так, и, наверное, вот здесь вот. Хм. Так, стоп. Твою дивизию, блин, идут и идут.
А ну-ка. Что-то не сработало наши штукенцы, которую я хотел сделать. А хотя почему не сработало? Все, вроде бы нормуль. Так, надо вот этого магистра кислых щей побить. Упс. А что так много противников-то? Ну-ка давай сюда, наверное, поставим. И вот так сделаем. Ветрушечку нашу, да? Так, куда же ты поставил-то, господи? Немножко сглупили. Ну, в принципе, тут победа уже за нами. Все, ребят. Подожди-ка, все. Еще один зомби тут корячится у нас. Вот теперь все. Это у нас какой был? Пятый эпизод или четвертый? Ага, это был последний. И что же мы с тобой получаем? 50 семян. На кого? Ага, на разных. Значит, нам достается арбуз. Дальше. Чертополох. Блин, еще немножко и прокачаем его. Плюс. Ледяной дракон. Но он у меня закрытый. И огненный горохострел. Ну и, ребята, близнецы-подсолнухи. Все, да? 50 семян мы с тобой отработали. У нас с тобой есть еще, ребята, один ивент. Это мы получим 50 семян на инферно. А инферно, насколько я помню, это новое растение, которое доступно у нас в этом сезоне. Ведь я не ошибаюсь, это же именно оно. Сейчас, подожди, я посмотрю. Мы с тобой переходим сюда и глядим. Инферно, да, значит? Оно? Оно. Именно оно. И чтобы его открыть, нужно 250 семян. 50 семян можно получить за ивент, и 200 еще нужно будет заработать. Заманчиво, на самом деле. Так, а что у нас там, ребята, по арене? Давай-ка мы глянем. Я знаю, что я там не был давно, поэтому меня, наверное, сбросили уже до бумажной лиги. До кирпичной. До кирпичной лиги, ребят. Упал. Так, сколько еще? 8 дней. Ну, в принципе, мы можем с тобой 20 пиньят вот этих вот заработать. 20 пиньят. Надо как-то действительно взяться за эту игру посерьезнее. Ну что это за дело, ребята? С высшей лиги до кирпичной упасть. Это, конечно, что-то с чем-то. И в Penny Pursuit. Давай-ка посмотрим. Новые задания или все еще старые? Все еще старые, друзья. Но их тут... их тут дофигища. Их тут очень много. Так, ну что, я предлагаю, знаете что, ребята, на этом закончить серию. Обязательно увидеться в следующей и продолжить играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.